Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости города Запорожья. Подведем итоги прошедшего уже мая месяца 2023 года. И будем говорить традиционно о первичном, вторичном рынке. Также поговорим в разрезе классов о первичном и вторичном рынке. Подведем итоги с цифрами обязательно. И в конце видео сделаю среднесрочный прогноз до конца 2023 года. Смотрим, друзья, подготовленный мною материал. Будем разбираться с процессами длиной один в месяц через призму статистических данных, которые нам любезно предоставляет компания Lean Consulting. Перед вами карта Донецко-Приднепровского региона. Период исследования, вы видите, это у нас апрель-май месяц. В общем-то, давайте расскажу, как пользоваться данной картой. Сегодня мы говорим о рынке недвижимости города Запорожья. Под городом мы видим легенду карты. И, естественно, в этой легенде я отразил основные, как я это вижу, основные показатели, которые характеризуют состояние рынка недвижимости на конец мая 2023 года. Один из очень важных показателей – это активность рынка по предложениям. Мы на протяжении многих лет мониторим рынок недвижимости, практически это все крупные интернет-сайты, порталы и так далее, электронные доски. И вот видим, что происходит как со стоимостью, так и с активностью рынка. И через призму, как я раз повторюсь, этих цифр, я пытаюсь вместе с вами разобраться все-таки об этих, что происходило с рынком. И мы видим, что количество предложений, не путайте это с транзакциями, в мае месяце достигло 5293 объекта жилой недвижимости, это первичный вторичный рынок, что на 5,8% меньше, чем в апреле месяце. Следующий показатель стоимостной, социальное жилье, вторичный рынок, как ни странно, впервые за 14 месяцев подорожало, но это колебательные процессы на 0,42%, 382 доллара в абсолютных цифрах мы видим. Ну и квартира эконом-комфорт бизнес-класса, это тоже вторичный рынок, за месяц подешевели на 0,32%. В абсолютных цифрах это 621 доллар за квадратный метр. Переходя к первичному рынку, мы видим, друзья, что квартиры эконом-класса подешевели на 0,24%. В абсолютных цифрах это 412 долларов за квадратный метр. Ну и первичный рынок квартиры комфорт и бизнес-класс незначительно подорожали, плюс 0,30%. В абсолютных цифрах это 676 долларов за квадратный метр. Вот так вот ведет себя, друзья, на протяжении всего лишь одного месяца рынок жилой недвижимости. То есть это колебательные процессы. Мы не можем говорить о том, что происходит, именно исследуя колебательные процессы. Но в конце видео мы поговорим о тенденциях. Тенденции – это долгосрочные процессы. Не изучая колебательные процессы, не фиксируя их, мы не можем с вами, друзья, выстроить вот эту линию тренда. Ну, о ней будем говорить в конце видео. Итак, мы переходим от общих показателей уже к декомпозированным показателям по городу Запорожье в разрезе админрайонов. Видим карта города Запорожья в разрезе административных районов. В целом видим рост по социальному жилью, это класс социального жилья, плюс 0,42%. Но это, опять же говорю, колебательные процессы, но впервые за 14 месяцев мы это дело фиксируем. Наибольше всего подорожала за период один месяц недвижимость. Итак, сейчас мы найдем, это, наверное, Коммунарский район, 43, да. Нет, Заводской, представляете, в Заводском районе там еще что-то может подорожать. Ну, плюс 0,48%. В абсолютных цифрах это 423 доллара за квадратный метр. И наименьше всего подорожала жилая недвижимость. Жилая недвижимость, видим, 39 в Вознесецком районе и Александровском районе, плюс 0,39%. Друзья, еще раз повторюсь, это колебательные процессы, но мы как добросовестные исследователи фиксируем данные, я их публикую, об этом вам говорю, но пока это ни о чем не говорит, потому что это всего лишь
Буктуации. Следующий слайд. Будем говорить о вторичном рынке эконом-комфорт бизнес-класс. Видим вверху период исследования. Также видим общую стоимость 121 доллар за квадратный метр. Ну, повторюсь, снижение минус 0,32% за месяц. Можете остановить слайд и посмотреть в разрезе административных районов, сколько стоит квадратный метр на жилой недвижимости этих трех классов и насколько он подешевел за всего лишь один месяц. Внизу оставил карту, где вы можете увидеть сводные данные эконом-комфорт бизнес-класс. Те же самые, видите, цифры, то есть они как бы повторяются. Здесь сводные, а здесь декомпозированные. Еще раз напомню, как пользоваться данной информацией. Следующий слайд. Это у нас первичный рынок эконом-класс. 412 долларов, снижение 0,24%. В абсолютных цифрах можете посмотреть по админрайонам. И также снижение в процентном соотношении всего лишь за месяц по административным районам. Последний слайд – это у нас комфорт бизнес-класс, первичный рынок. Здесь мы видим 676 долларов за квадратный метр, снижение, рост плюс 0,30%, колебательный процесс, повторяюсь. Так себя недвижимость этого класса вела по районам административным. Мы видим, что вот этот класс не строится ни в заводском, ни в портовском районе. Ну и рост в процентном соотношении по отношению к апрелю месяца. Закончили говорить о колебаниях, будем говорить о тенденциях. Это самый интересный слайд, друзья. И вот что мы видим. Мы видим такую табличку, точнее это не табличка, это гистограмма, график, рисунок, период исследования 12 месяцев. И видим, что в мае 2022 года стоимость квадратного метра, я взял самый большой класс, это социальное жилье, 518 долларов. И уже спустя год или 12 месяцев видим 482 доллара, насколько снизилась стоимость квадратного метра, а точнее на 6,95%. То есть всего лишь на 6, ну, на 7%, возьмем так. Друзья, риэлторы, которые говорят, что все пропало, или что, наоборот, все хорошо, все зависит от того, где живет риэлтор, в каком регионе и какой класс недвижимости он продает. Наверное, те и те другие правы, но они смотрят на рынок недвижимости через призму, опять же, той статистики, продает гостинку, значит, мониторит только гостинки. Поэтому, там, если растут гостинки, значит, он считает, что весь рынок растет. Мы также на протяжении многих лет готовим индексы для крупных украинских банков, иностранных банков. Что такое индекс? Это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости во времени. Вот здесь видим индекс отрицательный 0,931. Считается оно очень просто. 482 делим на 518, и вот получаем этот отрицательный индекс, ну или в процентном соотношении вот это снижение. Минус 6,95%. Вот я вам говорил, что колебания практически никто не исследует, не заморачивается. Ну, в Украине это точно. На этом тяжелом, сложном процессе мы это делаем. Для чего? Для того, чтобы ежемесячно мы видим вот эти флуктуации, в итоге складываются в линии тренда. И в итоге через год мы можем говорить о тенденциях, которые действительно наблюдаем на рынке недвижимости по тому или иному сегменту или тому или иному классу рынка недвижимости. Вот такая вот интересная работа, друзья. На протяжении многих лет мы, еще раз повторюсь, сделаем этим, считаем индексы. И в рамках этого крупного проекта у меня есть частично возможность делиться с вами данной информацией. Друзья, останавливаю показ слайдов. Ну и подводя итоги, в общем-то, мы их подвели, цифрами там все понятно, тенденция снижения будет продолжаться, прогнозы, насколько будет продолжаться это снижение. Но уже на 7% за 5 месяцев. Я так думаю, что процентов, наверное, на 12-15 в годовом измерении мы увидим снижение стоимости квадратного метра. Но, друзья, вот смотрите, как все быстро меняется. Влияют на экономику и рынок недвижимости факторы, которые, ну, мы просто не можем учитывать. Вот подрыв Каховской гидроэлектростанции,
я думаю, внесет очень серьезные коррективы в, так сказать, мои прогнозы. Возможно, рынок недвижимости будет снижаться большими темпами. Почему? Потому что та экологическая катастрофа, которая будет наблюдаться после того, что произошло, а это период, там, ну, наверное, 2-3 месяца, может даже полгода. То есть вот этот летний период, он как раз и покажет ту трагедию, которая произошла на Каховской ГЭС. И все вот этот юг Украины, он, естественно, будет страдать, иметь последствия данного, так сказать, ну, данной трагедии. Поэтому фиксируем 12-15, но не исключено, что недвижимость именно в Донецко-Приднепровском регионе будет снижаться больше. Но поживем, увидим, друзья. Не хотелось бы, в общем-то, говорить о плохом, но, к сожалению, приходится. Пришло время, друзья, прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости, вам необходимо подписаться на мой канал, ну, как минимум. Вы также можете обсуждать мои видео, можете критиковать, можете там меня всяко-разно посылать, гадости писать только с аргументами, иначе я не отвечаю. А еще, друзья, помните, что я ваш скромный слуга, и компания Alim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. До встречи, друзья, в следующих моих видеороликах.